Ребята, с вами снова канал Кубикс Мастер. В прошлом видео на Шотсе я вам сказала, что начинаю очень огромный видеоплейлист, но сначала я его сразу сделал, и оно оказалось такое большое, что у меня аж не получилось его записать до конца, и не получилось, короче. И тогда я снял еще одно видео предупреждение. Теперь я буду его снимать только по частям. Я сейчас хотела снять трансляцию, но у меня не получилось. Потому что мне нужно 1000 подписчиков. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, я хочу снимать трансляции. Первую трансляцию свою снять и плейлист делать. Ну что ж, меня попросили... Ой, сейчас я вам скажу самое залайканное, самое лучшее мое видео. Самое лучшее мое видео — это рекорд мировой по пирамидке. Ну что ж, меня в одном комментарии на видео «Как собрать кубик Рубик 3×3» попросили, чтобы я сделал свой обзор на коллекцию. И сегодня я нашел вот такие вот два кубика Рубика. Ну что ж, начинаем обзор. Посмотрите, какие у меня декорации тут. Вот эти смайлики. Помните, в пятерочке продавались такие бравлики? Я купил на Валбрисе фальшивые. Вот что я нарисовал сегодня. Вот стат поставил. Ладно. Начнем. Реально интересно. А вот денежка. Ой. Что ж, начнем. Первые кубики из набора Happy Meals от Макдональдс. Вот этот кубик Рубик. 1×2×3. Крутится он, как всегда, очень плохо, как все кубики Рубика Happy Meals. Ну и такой же есть. Только, ну это у нас получается, что у нас, как называется, миньоны. А это у нас из фильма «Зверопой». Помните такой фильм «Зверопой»? Помните такой? Что ж, крутится тоже отвратительно. Ну, просто очень сложно. Вот даже смазать никак невозможно. У нас по поводу этой штуки, я не знаю, что это за штука. Вот даже настроить нельзя. Ну что ж, откладываем это в сторону. Пирамидка. Мы уже ее снимали на моем видео. Ну что ж, обзор все равно сделаем. Крутится она магнитная. Очень хорошо крутится магнитная. Тут магниты ставят. Помните, я вам рассказывал, как про кубик 3×3 магнит ходит. Магнитная крутится хорошо, смазывается хорошо. Черный пластик. Мне нравится, короче, эта пирамидка. Она мне нравится больше всего. Я из-за того, что она хорошо крутится. И из-за того, что я люблю больше всего пирамидки. Даже больше, чем кубик 3×3. Ну что ж, оставляем в сторону. Следующий кубик, который мне попался. Кубик 3×3. Ну что ж, это опять черный пластик. Он от компании... Кстати, я пирамидку не сказала, какой компании. От компании... Сейчас я инструкцию посмотрел. На китайском она, прочитал все. И там написано, что от компании вот этого вот значка. Ну, просто невозможно инструкция на китайском. Я не знаю, как это, что тут написано. Вроде должен быть Q. Кубик Q. Это у нас кубик Рубик от компании SS Story. SS Story — это такая сайт. Его можно написать на Яндексе. Сейчас вот такой шрифт, сейчас в камере сфокусируется. Вот. SSSTheory.ru. SS Story. Там очень много количества головоломок. Я купила этот кубик именно на нем. А есть также в шоурум. Шоурум Story находится на адресе. Записывайте. Волконский переулок 12. Ну, кубик не магнитный, он обычный. Хорошо крутится. Очень хорошо. Мне нравится. Откладываем. Давайте я отложу вот сюда. Что ж, мне не нравится. Так, в другую сторону, что мне нравится. Следующий кубик Рубик 4×4. Это уже новый кубик Рубик. Не он. Он не магнитный.
от компании. Та же самая, что пирамидка, но крутится он намного хуже. Это очень долго. Ну, мне не нравится, по принципу, сборки, потому что... Очень долго. И вот, пав, невозможно просто делать, он застревает. Срезка углов очень плохая. Так же, как в кубике 2 на 2, он такой вот... Смотри. Можно настраивать. А, кстати, пирамидку нельзя настраивать. А вот этот кубик Рубик у меня прям получается пиф-пафы делает. Вот видишь, она намного он быстрее. Настраивать можно. Сейчас покажу адрес. Ну ладно, не видно. Следующий кубик Рубик. Называется он Стюб. И у стуглы в центре перемещается в центре. Ну что ж. Мне он нравится, настраивать его нельзя. Но нравится, как крутится. Он магнитный еще. Крутится хорошо. Очень хорошо крутится. Вот, смотрите, как он хорошо. Это я сейчас сделаю пиф-паф и пак с кьюбовски. Мы скоро в следующем видео или после следующего мы научимся собирать кьюб. Он от компании. То же самое, что пирамидка. И все другие. И вот перед вами легенда. Кубик Рубик, с которого я научился собирать кубик Рубик. Детальки у него. Вот такие. Он очень старенький. Вот такие, такие. Но он настраивается. Сейчас я вытащу настройку. Вот. Что, давайте посмотрим, какие элементы у нас в 3 на 3. Это... Вот у нас элементы вот такие. Потом другие. Его хоть смазывай, хоть не смазывай. Он очень старый. Очень, видите, наклейки все. Цвета какие невозможные. Ну, пошли дальше. Почему этот кубик Рубик заражен? Потому что я его научился собирать. Я его сначала научился собирать. Два раза собрал, потом опять разучил. Учился кубоид умеет менять форму. Вот его особенность. Он 2 на 2 на 4. Он мне не нравится. Он еще и плохо курится. Компания не знаю какой. А вот компания Рубикс. Рубикс. Что это за жесть? Какой-то кубик Рубик. Но это очень легкий кубик. Рубик, кстати, так крутить нельзя их. Тут есть головы, реберные элементы, центр и внутренние ребра. Крутится легко, собирается легко. Особенности его говорить буду только, когда будем собирать. Это тоже наша часть. Кстати, напомню название этой части. Эх... Большой выпуск, первая часть. Ох, осмотр коллекции. Обзор коллекции. Он мне нравится. Два на два. Такой же, как 4 на 4 внутри. Вот 2 на 2. Вот 4 на 4. Крутится он хорошо, получше, чем 4 на 4. Ну, как-то я его поставил бы вот тут посерединке. Тоже пока. Вы видели это? Такой странный кубик-кубик. Зеркальный. Он выбивается постоянно из рук, смотря перемещение деталек. Ну, у него в оценках
Не, блин, баня хорошая. Но крутится он. Ну, как-то хорошо, но может лучше, может лучше. Срезка углов есть. Ну, мне нравится. И это кубик Рубик. Мою. Ой, у меня сейчас икота началась. Очень долго. Вот моя фирма. Крутится достаточно хорошо. Вон магнитный. Элементы вот такие, с настройкой. Настройка вот такая. Что ж. Он мне нравится. Предпоследний 5 на 5. Видите его. Крутится он магнитный, крутится хорошо. Срезка углов. Ну, не очень, но хорошая. Мне нравится. Он компании. С какой стороны читать? Стороны. Либо так, либо так, либо так, либо так. Я вам со всех сторон показал. Можете где-нибудь привезти. Мне нравится. Мегаминкс! Тоже компанию мою. Магнитный. Крутится хорошо. Есть настройка. 5 на 5 тоже есть настройка. Сейчас мы покажем вам. Ее. Вот она. Встречаем. 5 на 5. Сейчас покажу настройку. Взяли до аккумулятора мало. Ребят, ну что ж, мы все кубики Рубика посмотрели. Все кубики Рубика посмотрели, и у нас получилось. Вот моя вся коллекция. 2 на 2. Все-таки мне нравится. Нравится мне больше кубиков Рубика. Надеюсь, вам понравилось тому человеку, который попросил меня сделать обзорную коллекцию. Я приехал домой. Всем пока, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. В следующий час я расскажу дисциплины на соревнованиях. Ребята, подписывайтесь на канал. 1000 подписчиков, пожалуйста. Я просто хочу трансляцию записать. Прошу попробовать. 1000 подписчиков, пожалуйста. Всем пока! С вами был Кубик Смастерс. Точнее, Фёдор. Я Фёдор. Канал был Кубик Смастерс. Человек Фёдор Шарапов. Всем ребятам пока. Хорошего счастья вам. Подписывайтесь на канал. Пока еще раз.